Павел – самый старший ребенок в семье. Его дом всегда полон. Помимо 4-летнего брата, у него есть еще сестренка, которая еще не ходит. Есть Малика – его лучший друг и соседка, с которой он ходит в детский сад и которая часто навещает его. Павел и Малика любят играть вместе. Они обсуждают, в какие игры будут играть. Если после детского сада они не у Павла дома, то они у Малики или вместе в парке. Их игры полны драматизма и фантазии. Они любят изображать персонажей из своего воображения и легко воссоздавать окружающую обстановку в соответствии со своими фантазиями. Когда им надоедают эти игры, они переходят к настольным играм, где они строго следят за соблюдением правил. Два. Нет, у тебя не два. Нет, у меня два. Они сооружают сложные конструкции, рисуют, умеют писать свои имена и узнают буквы в книжках с картинками. И Павлу и Малике нравится демонстрировать свою независимость. Когда они вместе, они соревнуются друг с другом. Смотрят, кто лучше складывает одежду в шкаф. Или кто быстрее оденется, чтобы выйти на улицу. Или кто лучше позаботится о младшей сестре Павла, которая наслаждается их вниманием. Даника испытывает гордость, когда делает то, что могут делать ее старшие члены семьи – накрывать на стол или покормить домашних животных. Больше всего она наслаждается обществом своего старшего брата. Это мальчик? Да. Но когда она одна, куклы составляют ей компанию, с которыми она может играть часами напролет. Она любит рисовать. Ее рисунки намного реалистичны, насыщены цветом и деталями. Она знает основную информацию о себе и ясно выражает свои интересы. Меня зовут Даника. Я хожу в детский сад Кошута. Мне 5 лет, и я люблю верховую езду. Она беседует и читает о лошадях со своим отцом, матерью и братом. А в детском саду с удовольствием открывает секреты живого мира, который ее окружает. Когда открытия происходят в игровых занятиях и командной работе, их знания углубляются еще больше. И опыт групповых открытий становится незабываемым. В течение 6 года жизни дети с легкостью осваивают новые навыки. Они очень упорны, когда это касается освоения езды на велосипеде или роликах. Они становятся все более ловкими в коллективных играх с мячом и на полосах препятствий. Им нравится проводить время на улице, на природе со своими сверстниками. Обучение через игру – это то, что делает их день полноценным.